Друзья, я второй раз пытаюсь заснять из-за вива. Короче, я расширил базу, построил медпункт, ну точнее призначил медпунктом. А тут было несколько раз, что криперы подзорвали, тут даже два раза, тут тоже взорвали. Но я все это делал. И тут взорвали, и там взорвали, да повсюду криперы. Даже появился такой проход, ну это я сам делал, ну а как будто это зомби. Дальше, чтобы сказать, вот этот чел еще тут сидит, тут поставили ограду, да, слизняки настолько тупые. Я сделал лабораторию и довольно все. И тут появились первые беженцы. Как я повторяю, я заново снимаю. Военных стало. Ну, один умер из-за военных. Так что это минус у населения. Военных, а простых населения плюс. То, что я хочу сделать, я хочу из этого, как бы вам сказать, говна сделать нормальную базу стопы. Что? А, наверное, тут ну монстры, понимаете. А так бы вся пшеница. Ладно, что же мне сделать? Кстати, пишите идеи в комментариях. Да что угодно в комментариях. Только мату не пишите, ок? А то я ненавижу гадительство и все такое. Так, короче... Что же сделать? Я поставлю на паузу и подумаю. Я все-таки придумал, и это будут бандиты. И да, вы не вас, ну, не ошибетесь, это будут бандиты. Вот это, можно сказать, будет их штаб-квартира. Кстати, я не как-то зеленый не нравится, больше синий. Да, синий, на. Синий мне как-то больше надо. Так, я даже не знаю, где их штаб сделать. Ну, давайте тут. Так, оружие какое у них будет? Оружие. Ну, есть пара вариантов. Вот. Оружие бандитов. Увидимся через 1, 2, 3, потому что мне нужно сделать людей. Увидимся через 1, 2, 3. Ну все, я этих человечков сделал. Так, по одному. И целое что? Вот тут один. На тебе. Вот на тебе. Ух ты, это из убийц хорошая штука. Тут есть глава, скажем, клана. И такой охранник. На. И на. А почему белоса сдохла? Я даже не знаю. Не, это не помогает. Ладно, что мне делать? На, получай. Я даже не знаю, предложите в комментариях из-за вива, я уже все практически сделал. Ну, тогда расскажу. Тут я сделал так, чтобы они не выбегали, а то мне надоело. Поставлю еще одну охрану. А, убытка нет. Но все равно кто-то погиб. Благо тупо не поставил. Кровь тут, как бы они реалистичны. Тут все, но... Так, тут доктор думает. Ой, химик. Тут лечат. Хотя я не уверен. У тебя хоть что-нибудь есть?
Так, есть охранник. Ну, тогда я в следующей серии я планирую, чтобы по частям этот весь год стал базой. База будет видно большая. То есть повышу стены некоторые, в кавычках. Дальше будет много людей. Оружейные, больницы, жилые комнаты и т.д. Ладно, спасибо, что смотрели. Пока, это 5 минут. Всем удачи, всем пока.